Вот с этой стороны. Я! Хорош, пораньше, ребят, чтобы защитники знали, чтобы вам же не мешали. Вот так. Да, пораньше, уже там у барьеров, уже знаете, что будете играть. Ой! Голос. Хорошо, вот здорово. На вытянутых ручках, ребят, наверху. Вот так. Мастер-класс от чемпиона России. Сергей Письяков, некогда сам воспитанник ивановского футбола, а сейчас страж ворот легендарного «Спартака», вернулся, чтобы преподать урок в школе вратарей. Ее не так давно открыл неизменный и незаменимый страж ворот текстильщика Андрей Романов. Секреты есть, их очень много, нюансов очень много, поэтому и занимаемся с вратарями, подсказываем, учим азам, учим каким-то тонкостям, секретам. Все это нужно передать, чтобы... Всегда Иваново, оно всегда славилось вратарями, всегда были хорошие вратари. И поэтому надо продолжать эту традицию передавать. Тренировку Сергей Письяков начал с разминки. Вратарям важно как следует разогреть и растянуть мышцы, чтобы быть готовыми к любому прыжку. Но кроме спортивной составляющей, в их работе есть еще и психологическая. Вратарь должен предугадать действия игроков команды соперника, чтобы защитить свои ворота. И главное, не сломаться, если допустил ошибку. Выстоять до финального свистка. Вратарь должен быть, не знаю, там ошибся он, не ошибся, он всегда должен держать, скажем, марку. То есть он всегда должен быть уверенным в себе, там, в своей команде. То есть, ну, одно из ключевых, я считаю, это психология. То есть многие ребята там тренируются отлично, там все, когда выходят в игру, немножко теряются, там, не знаю, волнение, трибуны и так далее. То есть вот это, я считаю, одно из основных. Только кажется, что вратарям проще, чем другим полевым игрокам. На самом деле на страже ворот огромная ответственность. И это знают даже начинающие голкиперы. Если нападающие ошиблись, то могут подхватить опорники. А если уж опорники ошиблись, тогда могут защитники как-то спасти. А если уж защитники, только вратарь. Но если вратарь ошибся, тогда уже защитники вряд ли могут спасти. Специфика работы вратаря диаметрально отличается от игроков других амплуа. Сергей Письяков убедился в этом на собственном опыте и уверен, чем раньше начать подготовку именно по вратарской линии, тем лучше. И специализированные школы для подготовки голкиперов обязательно нужны. Ведь хороший вратарь – 50% успеха команды. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Ну-ка толкнись, это что такое?